Элиас, неделю назад. Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение. Есть такой учитель, которого зовут Романа Махарши. Романа Махарши. Основа его учения состоит из вопроса «Кто я?». Это главный вопрос, который стоит себе задавать, как говорит Романа. В ваших же учениях я подчеркнул, что то, что испытывать радость и счастье, является самым важным. Это ваш девиз. Скажите, а являются ли два этих пути разными? Первый путь – это как самоисследование, второй – как принятие, или все-таки у них есть какая-то общая сердцевина? Да, у меня есть ответ на этот вопрос, я сейчас о нем расскажу. Где-то я подписал. Это не то. Неужели я потерял бумажку? Ну да ладно. В случае, если нет бумажки, ничего страшного. Буду без бумажки, мне она не нужна. Итак, когда человек написал мне о Махарши и о его системе, которая называется система самоисследования, когда человек спрашивает у себя, кто же он, и он написал, как бы мой девиз «Радость и счастье является самым важным в моей эзотерической школе», я могу сказать, что это неправда. Основа моего эзотерического направления не касается радости и удовольствия. То есть это есть и это присутствует широким пластом, но на самом деле концептуально моя школа основывается лишь на одной идее. Эта идея звучит так. Когда у человека будет выбор, и в этот момент человеку предложить очень большое количество денег или жизнь, или там переспать с красавицей или жизнь, или дорогой автомобиль или жизнь, ну я не знаю, что можно, или там счастье в стране или жизнь, так вот, я не знаю, в общем, что можно попросить или что можно, те ценности, к которым человек стремится на протяжении всей жизни. То есть, скажите, когда человек очень голоден, он готов поменять еду на жизнь? Скажите, когда человек всю жизнь мечтал, допустим, о дорогом костюме каком-нибудь, скажите, он готов это поменять на свою жизнь? Давайте я дам ответ. Никогда. Человек никогда не захочет менять свою жизнь на какую-нибудь вещь материальную. Тогда скажите, что самое дорогое для человека в его жизни? Самое дорогое для человека в его жизни тире – это его жизнь. Таким образом, моя школа – это система, которая основывается на понимании того, что жизнь человека является самым дорогим критерием, который есть у человека. То есть обычно люди ищут счастье. А я в школе обычно говорю такие слова: не нужно искать счастье, оно у вас уже есть, потому что счастьем является наша жизнь. И после этого я даю человеку системы или даю человеку инструмент, который может помочь ему доказать себе, что жизнь является настоящей драгоценностью. И после этого человек развивает в себе концепцию, которая называется концепция понимания того, что самое дорогое для человека – это его собственная жизнь. А все остальное, что я даю в школе, является инструментом по расширению понимания того, что же на самом деле твоя жизнь обозначает. Когда, сейчас я его прочитаю, Махариши, когда Махарши Рамана говорит слова «кто я», что он имеет в виду и каким, и что вообще, для чего создан им вот такой, такая концепция. Об этой концепции впервые я услышал у философа Индии сейчас дуальность не то. Впервые я прочитал об этом в Адвайте Веданте. Это Шри Аурабиндо. Когда-то очень давно, еще только закончились советские годы, попалась книга мне, она называлась Шри Аурабиндо, там «Познание любви», как-то так. И там я прочитал вот такую концепцию. То есть там были, книга была написана необычным образом, там шел разговор об ашраме, где он
проводил свои семинары для своих учеников. Я впоследствии, несколько лет назад, ездил в то место, где он проводил, потому что это было мечтой моей жизни, побывать в деревне, где построен храм Матамандир, а также побывать в ашраме, там, где преподавал Шри Аурабиндо. Я не могу сказать, что являюсь поклонником, но одно из основ, наверное, моего направления заключается как раз в том, что в свое время я читал Шри Аурабиндо. Это было перед тем, как я начал изучать труды Гурджиева. Это все у меня было по плану, мне было это интересно на то время. И труды Гурджиева как бы вторили трудам Шри Аурабиндо. Значит, что я вычитал? Шри Аурабиндо однажды собрал своих учеников и начал говорить: вы должны найти себе изначального, вы это должны сделать, задав себе вопрос: кто я? Что он имел в виду в этот момент? Я могу объяснить. В этот момент он имел в виду, что человек должен найти себя в детстве. Он должен найти себя без возможности понимания того, что дал ему социальная модель, в которой он проживает. То есть убрать от себя все ненастоящее, все то ненастоящее, что было навязано ему при помощи образовательных программ в школе, менталитета народа, наверное, каких-то идей семьи, идей социума. То есть где он был настоящим, этот ребенок? То есть когда человек задает вопрос «кто я?», в этот момент должно произойти очищение, то есть ментально, эзотерически, энергетически он должен вернуться к ощущениям того момента, который он максимально может вспомнить, и в этот момент он должен ощутить свое состояние свободы перед выбором своего пути, свободы за свои поступки. Вот это освобождение, оно дает человеку понимание, кто же он настоящий. Ну вот где-то я это и трактую, но, к сожалению, ну к чему это может привести? Конечно, если человек знает, кто же он настоящий и как он себя чувствует без навязанных ему идей, в этот момент человек должен быть, наверное, ну, прийти к адвайтичности, к тому, что он не за плохое, не за хорошее, он сам по себе. Я считаю, что задавая вопрос «кто я?», человек может наработать определенное качество. Это качество звучит так: я сам ответственен за те поступки, которые я совершаю, я сам ответственен за то, что со мной происходит. Ну вот где-то...